Всем привет, ребята, с вами Денис. Мы продолжаем крошить хлеб в симуляторе хлеба под названием I Am Bread. Если вы помните, в прошлой серии мы нифига не смогли с вами подняться на гладильную доску. И сейчас будем пробовать повторять эти действия. Я не знаю, сможем ли мы это сделать или нет, но тем не менее. Повторяю, что у меня нет геймпада, который смог бы помочь пройти мне эту игру. На клавиатуре это просто нереально сложно. Это, блин, это просто хардкор. Это хардкор. Супер Марио отдыхает, на самом деле. Так, ладно, пробуем еще раз. Мы сейчас набрались сил, полной решимости. И сейчас, думаю, все должно получиться. Обязательно должно все получиться. Иначе быть не может просто. Так, наверное. Иначе быть не может, наверное. Так, ну-ка. Вот так. Отлично, мы уже почти на месте. Мы почти на месте. Опа! Так, ну-ка, хлеб давай. Опа! Ты прикинь? Ты прикинь, мы забрались на доску. Так, тихо, 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 тихо. Так, теперь, я так понимаю, нужно включить утюг. Да? Или чё? Наверное. Я не знаю пока. Так, нет. Утюг включать не надо. Вот у нас пошли проценты. У нас пошли проценты. Так, нам нужно как-то лечь получше. А может быть, нам этот утюг нахер уронить? Так, давай, жарь бочину свою. Давай, вот так, жарь свою бочину, нафиг. Да, блин. Ну что ты, давай, жарься. Долбанный хлеб. Только не упасть бы, вот что. Во, цифра 4. Зажимаем, и сейчас будем жариться. Вот так, как-то вот так, наверное. Вот так, наверное, как-то. Вот так. Во! Жаримся. Мы жаримся. Одна сторона почти зажарилась. Это хорошо, жаримся. Мы опять жаримся. Опа! Все, зажарились, все, уходи отсюда. Это жесть. Зачем я свалился? Зачем я упал? О! Господи! За что ты меня так наказываешь? О, кошмар какой-то просто! Ладно, полезли еще раз. Нам осталось зажарить вторую сторону. Ёк-макарёк. Какой злой утюг, а? Утюг злой. Да шо ты, что ты? Давай уже что-нибудь-то делай. Что-нибудь-то уже давай. Поднимайся наверх. Давай, цепляйся за что-нибудь, давай. Да куда ты? Давай. Ну что ты будешь делать, а? Все, у меня больше... Просто нет сил опять, все. Это жесть. Можно я не буду это проходить, а? Да как? Как это сделать, долбанный хлеб? Как ты меня, сука, заколебал уже? Давай, куда-нибудь ты цепляйся, мать твою. Во! Давай. Да куда ты? Это ужас просто. Это какой-то просто ужас. Ну, что ты повис? Что ты повис-то, мне спрашивается? Да, черт подери. Давай! Вылезай нахер оттуда. Вот так, давай. Мы почти на месте. Мы почти у цели. Давай! О, давай, раскачивайся, давай! Булки свои раскачивай, давай! Батон, раскачивай свои булки. Булки, раскачивай свой батон. Да давай уже. Цепляйся сколько можно-то. Это жесть. Да почему так сложно-то, а? Это вообще пипец. Во! Во-в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 о. Вот так. Так, мы почти на месте. Давай. Ну что ты будешь делать, а? Но! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай, цепляйся уже свой... Во! Так, мы почти забрались. Вот так! Вот, тихо. Блин, если я цеплюсь, я упаду. Ну что ты, давай, родной, давай, хлебушек, давай. Давай, булочка! Булочка, давай. Ну что ты, ну почти же забрался ты.
Ну ты же уже охватился практически, давай. Во, за утюг можно схватиться. Во! Давай, жарь свою вторую половину нафиг. Давай. Не ту половину ты жаришь, не ту. Да куда ты упал? Ха-ха-ха-ха! Я не могу уже! Черт подери! Черт подери! Ладно, потом. Ладно! Я сейчас, сука, погоди, заберусь. Я сейчас все равно заберусь. Я все равно пожарю вторую твою половину. Вот хочешь ты этого или не хочешь. Да блин. Это жесть на самом деле. Это просто жесть. Это какой день-то третий? А их там сколько? 7 дней. 7 долбаных дней. Да черт. Это, блин, сука. Я не могу поймать вовремя клавиши. Это жопа, на самом деле. Че, опять что ли на шифонеры лезть или че? Или, я думаю, проще, наверное, быстрее здесь забраться будет. Так. Ну давай, 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 давай. Мы же с тобой почти забрались. Ну. Хлебушек родной, давай. Давай, мой хлебушек, давай, давай, мой. Давай, мой родной хлебушек, давай. Давай. Хлеб! Давай, сука, забирайся, хлеб! Хлеб, забирайся! Вот так! Вот так! Так! Давай, 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 давай! Вот так! Вот так! Во-во-во-во-во! Так, где мы оказались? Тихонько! Что мы сейчас сделали только что? Мы бьем утюг, мне кажется. Во, и можно было утюг-то хватать. Че я тупанул-то? Во! Утюг! Во! Че, мы какую сторону там жарим-то? Не ту сторону, да, вроде жарим-то? Во! Не ту сторону опять жарим. Во! Все, короче, будем висеть и ждать, пока зажарится вторая половина. Я просто больше не могу, на самом деле. Это, друзья, это просто катастрофа какая-то. Это жесть. Этот кровожадный, беспощадный утюг просто сломил меня. И чего мы не жаримся? Чего мы не жаримся? Давай, жарься. 60% уже. Вот так. Давай, давай, давай. 70%. Все, у нас совсем немножко до конца. Давай. Зажаривай свои батоны. Блин, еще надо встать по-другому, смотри-ка. Да! Yes! Уровень разблокировали, ванную комнату. Охереть. Погнали, следующий день. Это все, это у меня просто нервы на пределе, друзья. Это вообще, это жопа. Это жопа. Так. Ладно. Где мы теперь и куда нам нужно? Еще одна проблема. Так, выбирайся нафиг оттуда. Вот это да, уже в самом начале просрали. Офигеть. Ладно. Давай, раскачивайся вот так. И куда нам нужно? Куда нам нужно? В толчок? Фен, я вижу. Куда нам нужно здесь попасть? На потолок? Не-не, нереально. Куда нам нужно попасть? Кто знает. Неужели к фену? Охереть. Это же сложно будет. А, у нас захват сейчас кончится уже. Оп! Оп! Где цифра-то? Цифра-то! Еще нам не хватало здесь в воду падать. Во, бессмертие нашел. Мы сейчас как раз им и воспользуемся. Наверное. Оу! Нифига не воспользовались. Ладно, 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 ладно. Сейчас мы. Вот так. Вот так. Тихо, 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 тихо. Нам нужно. Ладно, можно, в принципе, на унитаз залезть.
принципе, по идее, можно как-то залезть на унитаз. Так, так давай вылезай, мать твою! Все, вода вообще быстро убивает нас. Очень быстро, кстати, на самом деле. Где там бессмертие это было? Вот! Давай бессмертие! Все! Свободно падаем вниз и ползем к фену. И все. Нам игра каким-то образом решила помочь. Я не знаю, как. Почему это происходит. Может быть, конечно, это у всех так. Но факт в том, что другого выхода нету. У меня нет джойстика, я не могу по-другому пройти. Это не читы, я ничего не вводил, на самом деле. Это оно само появляется. Это бессмертие. Так почему бы нам и не воспользоваться? Хочу я сказать. Кстати, да, почему оно вообще появляется? Так же вообще можно легко игру пройти. Зачем оно появляется, это бессмертие? Скажите мне, пожалуйста, друзья, если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Откуда здесь взялось бессмертие? Так. Во. Тихонько. О, да что ты. Да, выше давай, выше. Оп, так вот, еще выше, давай, вот так, давай. О! Давай, наверх! Да ты же можешь наверх залезть, я знаю, давай! Вот так, отлично. Так, нам теперь нужно, короче, включить кнопку на фене, я думаю, да? Давай включим. Если я так понимаю. Во! Открыли достижение. Фен. Давай жариться. Вот так! Это вообще легкотня. Уровень очень легкий. Легко смогли его пройти. Ну, почти прошли уже. Так, одну сторону зажарили почти. Ну-ка. Давай. Вот так! 100%, здорово. Вторую сторону. О! Тун-ту-ту-ту-тун. Та-ра-та-ра-та-та. А-та-та-ра-та-ра-та. Пум-па-па-ра-па-пау. Давай, батон. Жарь свою корку. Давай, батон. Давай. Оу, щет. Почему ты не жаришься? Давай. Кусочек хлеба жарится. И уровень кончается. Мы почти это прошли. Yes. Давай, быстрей. Да что ты, жарь быстрее свою сторону. Давай, 92% уже. Скорее. Мы уже готовы. Нас уже можно кушать. Ха-ха-ха-ха. Прошли. Следующий день. Гараж. Будем пробовать его проходить сегодня? Да, давайте попробуем. В принципе, мы быстро все проходим, поэтому можно попробовать пройти гараж. Здорово. Погнали, следующий день. Это гараж. Так, ну, стань тостом в гараже. Где это я? Ты прикинь, я в каком-то... Я в бачке в мусор. Меня выкинули, сука. Меня просто не стали жрать. Меня просто, сука, кто-то выкинул. Это несправедливо. Я еще годен. Меня можно жрать. У меня срок годности еще не вышел. Вы че, ребята? Я здесь. Съешьте меня. Отцепись ты нафиг. Так, давай. Давай наверх. У нас захват кончается, мать твою. Отцепись ты нафиг. Так. Еще выше. Молодец! Еще выше! Еще! Давай! Вот так! О, у нас, мне кажется, сейчас придавит просто. А? Да? Ну-ка, давай, вылезай отсюда, вылезай! Давай, ползи, хлебушек! Давай, ползи! Да почему ты так? Почему ты застрял? Давай! Вот сюда! Вот так! Вот это что такое? Вот на нее давай, на эту херовину, херобору на эту давай, залезай! Давай на нее. Ну давай, цепляйся еще. Ну давай. И давай, куда мы там должны-то? Вот так. Еще давай. Молодец. Молодец, хлеб, молодец. Сейчас мы вылезем, потом посмотрим, куда нам нужно. Так, тихонько. Цепляйся еще выше. Цепляйся, я тебе сказал. Цепляйся. Хлеб, цепляйся. Давай. Мать твою. Ладно. Ладно, мы не в таких передрягах бывали. Я думаю, отсюда мы вылезем без проблем. Так что, хлеб, вообще не расстраивайся. У нас с тобой все получится. Мы с тобой сможем все, на самом деле.
Так, тихонько. Так, давай, давай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас мы, мне кажется, упадем. Почему-то мне так кажется. Ну, давай, цепляйся, цепляйся, я тебе говорю. Вот так, еще выше, еще выше. Так, я не понимаю. Давай. Эй! Захват закончился, я так и знал. Я так и знал. Так. Нажимаю на тильду. Вместо нужной кнопки. Так, тихонько. Так, тихо. И еще вот так. Вот так. Надо попасть на тарелку как-то. Во! Во-во-во, ползем, ползем, ползем. Хлеб, 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 хватайся! За что-нибудь-то быстрей! Давай, 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 давай. Тихо. Тихо. Так, тихо. Надо как-то зацепиться. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Дальше цифра один. Давай. Забирайся, мать твою. Давай. Вот так. Давай, вот так. О, все. Смотрим, куда нам нужно попасть. А, пока непонятно, непонятно, куда идти. Так, как огнетушитель. И чё, и куда? Куда нам нужно-то? Куда нам нужно идти? Чего нас тут может поджечь хлеб, поджарить? Так, это что, это газонокосилка, так понимаю. Вот там что такое наверху? Что там за херовина наверху? На холодильнике, что такое? Какая-то хренотень. Может быть... А, вон там наверху, что еще уж, смотри, там что-то еще ведь есть. Ну, я не знаю, что там может работать. Нам нужно попасть, в общем, на этот стул можно попасть. Или вот на эту, вернее, тележку. Так, давай, 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 давай. Давай ее двигай. Давай, давай, давай ее двигай, двигай, двигай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Нам нужно ее раскачивать, друзья, раскачиваем. Раскачиваем. Нам нужно попасть в эту тележку, давай. Давай. Да. Отлично, повисли. Давай. О, как теперь туда попасть-то? Вот так, туда как попасть? Куда как-то попасть? Тихо. Тихонько. Тихонько, хлеб. Давай. О, молодец. Теперь на холодильник. Давай. Вот так. Вообще красавчик. Тихонько. Давай, выше, 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 вот так. Вот так, тихонько, тихонько. Давай. И вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Офигеть. Дверь, ты зачем открылась нахер? Во. Вот так, давай, 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 давай. О! Это бензопила. Я думал, что это... Вон там какое-то электричество есть. Может, нам туда нужно, а? Ну, хрен с ним, пошли туда сходим. Пылесос там я еще вижу. Ну, ладно. Ладно. Блин, нет, надо по стене, короче, ползти. Потому что... Вообще не вариант. По-другому сюда забраться. Так, тихо. Давай. Цепляйся за что-нибудь-то. Короче, мы продули, друзья. Ну, я думаю, что на сегодня хватит. Мы и так прошли уже нормально уровни, оставя немножко на потом. Извиняюсь за свой тупизм, за свои кривые руки, но на клавиатуре реально, друзья, сложно играть. Я надеюсь, что вы меня поймете. Я надеюсь, что вам это все понравилось. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на паблик, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис. Всем пока.